Приветствую, друзья! Всем здравия! Ну что же, мы с вами уже это предвидели. Махнорылые бьются в агонии, не оставляют попытки подавить волю человеческую. Все их планы рушатся не по дням, а по часам. И чтобы хоть как-то придерживаться того, что они там себе придумали, вновь пытаются возобновить уже никому не интересную сказку. Многие чиновники уже не раз сливали информацию, что их заранее заставляли писать отчеты на будущую осень о том, что каляка-маляк вновь всплывает с той стороны океана и ползет беспрестанно на наш континент. Но вот только не понимают они, что вера-то людская не вечная, кто ж им теперича-то поверит, если даже пригубившие жижицы чудесной засомневались уже. На Алтае власти вновь пытаются обязать использовать подгузники не по назначению. Всем, кому нравится, пишут они на заборе, могут те самые подгузники надевать на голову. Глядишь, спасут от сказочной неожиданности. Давайте посмотрим с вами, сколько баранчиков вновь поверят в это. Считаем вместе в комментах.